Сегодня в Чебоксарах стартовала окружная спартакиада студенческих отрядов. Побороться за награды приехали лучшие из лучших. Финалы намечены на выходные, а пока подготовка и торжественная церемония открытия. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Футбольные команды готовятся к решающим матчам. На кону медали и кубки, позади месяцы тренировок. У сборной республики боевой настрой. Я лично играю за волейбол. И я в этом очень, как бы, нормально так себя чувствую. Ну, мы в прошлом году ездили в Пермь, там выиграли первое место. Награды спартакиады будут оспаривать более 350 студентов со всех регионов округа. В программе настольный теннис, мини-футбол, волейбол спортсмены сдадут и нормы ГТО. Готовились, ребята все заряжены, успех. Уверен, что мы заберем отсюда призовые места, все медали будут нашими. Наша молодежь является точкой опоры, с которой мы, при помощи которых мы выполним указ президента Российской Федерации о 55% доли регулярно занимающихся физической культурой и спорта. Студенческие команды – движущая сила, и их инициативы в регионе поддерживают, отметил Михаил Игнатьев. В этом году наши отряды получили крупный грант из федерального фонда. Вы неравнодушны. Итогом спартакиады округа сформируют команду ПФО для участия на всероссийском этапе. Дмитрий Ковалев, Маргарита Мельникова и Игорь Зверев. Республика.